В боях за освобождение Карабаха сражались не только азербайджанцы, но и представители других наций, проживающих в Азербайджане. Все они – неотъемлемая часть азербайджанского народа. О русских героях и первой, и второй карабахских войн подготовил фильм российский журналист, эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов. Автор особо подчеркивает, азербайджанский народ всегда будет помнить своих героев. Их имена навечно останутся в истории республики, как людей, погибших за освобождение Карабаха от оккупантов. В результате короткой и победоносной войны. В этой стране счастливо живут десятки народов, чьи сыны без раздумий ушли на фронт, понимая, что они могут погибнуть. Но погибнуть за счастливое будущее своих детей, для которых словосочетание «Карабах» – это Азербайджан, станет обыденным, а не некой мечтой о возврате оккупированных родных земель. Юрий Ковалев, Денис Пронин, Дмитрий Солнцев погибли в боях за Карабах. Для них и многих других Азербайджан поистине стал родиной. В своем фильме журналист Евгений Михайлов записал интервью с сестрой погибшего во Второй Карабахской войне Дмитрия Солнцева. У вас есть старший сын. Как он вообще относится к происходящему? Если произойдет подобное в будущем, готов он защищать Азербайджан? Когда мой брат погиб, он давал интервью нашим местным телеканалам, и он неоднократно говорил, что как я сейчас студент, я учусь. Но если нужно будет, я пойду тоже защищать свою родину.